городе Самаре стало известно, что отбывает в дальние края экспедиция, связанная с именем Валерия Грушина. Вроде бы у вас цель попасть на место гибели Валерия, значит, и проделать там какую-то работу. Ну, возможно, какие-то и другие еще есть задачи перед вами. Расскажите, пожалуйста. Ну, во-первых, я что скажу, что экспедиция уже отбыла. Это мы, вот эта экспедиция. Мы в данный момент едем в поезде уже по Омской области. И в городе Нижнеудинск, откуда мы улетим на место гибели Валерия вертолетом, нас ждут. Но дело не в том, что нас ждут, цель экспедиции такая. Раньше была у самарских туристов традиция посещения памятника Валерию, проведения там реставрационных работ. К сожалению, она нарушилась лет 20 назад где-то. Лично я 4 раза руководил такими экспедициями раньше, и это было в программе областного совета по туризму и клуба имени Валерия Грушина. Сейчас цель такая, что дошли сведения от разрозненных самарских групп о том, что памятник Валерию Грушину находится как бы в запустении. Это действительно так, потому что он находится на берегу реки в подлеске, а подлесок имеет свойство очень быстро подниматься. И я абсолютно уверен, то есть мы бывали там раз в 5-8 лет раньше, и всегда приходилось проводить эти работы, вырубать лес, восстанавливать памятник и так далее. Вот сейчас одна из главных задач – разобраться в состоянии нынешнего памятника. Может быть, его реставрировать, может, вообще мы со специалистами поговорим, может, сделать оставить суть эту же, оставить тот же памятник, но сделать его более устойчивым к погоде, потому что там горельеф Валерии, он сделан из обожженного шамота. Шамот этот имеет свойство со временем разрушаться. Может быть, мы его сделаем металлическим. Это будет вот один из итогов нашего фестиваля. Ну и Валерию исполняется в этом году 75 лет через месяц. Помянуть его по-туристски, по-нашему, там, где он погиб. И вспомнить, ради чего он погиб. Вот. Понятно. Вы говорите, что в Нижнеудинске вас ждут. Кто там ждет вас? Значит, вот эта экспедиция наша, она не самарская, она иркутско-самарская, да? И инициатива, в принципе, принадлежит ребятам из Иркутска. Мы давно хотели туда попасть, но когда получилась поддержка оттуда, где он погиб, и выяснилось, что там его хорошо знают, и знают о нем, и появилась возможность объединиться. То есть мы в Самаре за 3000 километров, они тут в Иркутске рядом. Нижнеудинские группы постоянно по Уде ходят, чтобы за памятником был надзор, в том числе и ребята из Иркутска, которые наши, грушинцы, которые постоянно бывают на фестивале. А, к сожалению, до этого связи такой не было у нас. Почему? Понятно. Но это, так сказать, инициатива ваша, а чья поддержка? Потому что экспедиции связаны с заказом. Поддержка, я должен сказать, что трудно в этом году все происходило, но поддержка, во-первых, поддержал идею. Есть такой союз деятелей авторской песни Леонид Петрович Беленький, поддержал академик Велихов, председатель общественной палаты России, академик Велихов, да, и поддержали два губернатора, наш Азаров, Дмитрий Азаров, и губернатор Иркутский, Левченко. То есть у нас Левченко, да, и у нас теперь получается, что мы можем вот это мероприятие, и мы попытаемся его перевести в ежегодное, о том, чтобы, может быть, мы на фестивале на самом, но это будет зависеть от результатов, может быть, мы на самом фестивале объявим какой-то конкурс о том, чтобы лучшие молодые барды или там лучшие молодые туристы или участники лучших походов имели возможность на это же знаковое мероприятие, это же история, и это ее поддержание, чтобы раз в год туда какая-то наша команда ехала, естественно, с ветеранами, вот Тамара Муравьева у нас здесь, которая 8 раз там была, которая друг Валерия Грушина, которая автор книги о Валерии Грушине. Вот, и эту преемственность. Вот, скажем, для нас с Тамарой Валера Грушин – это история, мы его лично знаем, это личностное, да? А ведь практически для всех остальных участников, даже нашей этой экспедиции, это легенда. Это уже легенда. Мы его знаем как человека, помним и любим. А для кого-то это легенда. Вот чтобы эта легенда вернулась в жизнь живую, чтобы Грушинский фестиваль вернулся в то, ради чего он организован, вот цель экспедиции. Хорошо, спасибо большое.